Но когда есть какие-то дефекты, которые женщина видит, и смысл в том, чтобы просто подогнать вот это соответствие внешнего и внутреннего, это сделает ее более привлекательной, более красивой. Но почему нет? Но этого недостаточно. Нужно обязательно смотреть на природу, на причину того, что приносит тебе дискомфорт в теле. Оно откликается на негативные эмоции, на негативные черты характера. Улучшать внешность, как-то менять свою внешность, это говорит о непринятии себя? Не всегда. Нет. Это говорит о разумности, это говорит о том, что вы ухаживаете за собой, за своей внешностью. Иногда бывает, что это говорит о непринятии себя. Например, когда это преувеличенные вещи, когда это перебор, да, когда это злоупотребление косметическими средствами, злоупотребление гиалуроновой кислотой, раньше говорили силиконом. Да, сегодня его уже не существует, гиалуроновой кислотой и всякими такими вещами. Когда там, женщина считает, что ее невозможно полюбить с такими губами, когда женщина считает, что ее невозможно полюбить там, с такой фигурой, в которой она есть. И при всем при этом, на самом деле, внешним взглядом, адекватным, объективным взглядом все в порядке. Вот в этом случае это нарушение. Но когда есть какие-то дефекты, которые женщина видит, и она их убирает, и смысл в том, чтобы просто подогнать вот это соответствие внешнего и внутреннего, у нее есть на это возможности. Это не вредит здоровью, это не опасно. Это сделает ее более привлекательной, более красивой. Но почему нет? Этот вопрос, он на самом деле интересен только тогда, когда он становится патологией, когда он показывает патологию. Когда женщина не может остановиться с пластическими операциями. Или мужчина, да, человек. Когда человек не может остановиться с косметическими процедурами, ему все время мало. Когда он очень боится старости, когда у него начинается паранойя, какая-то фобия. Вот тогда можно говорить о том, что какое-то нарушение. В другом случае, я считаю, что этот вопрос даже не заслуживает внимания. Сегодня косметология находится на таком уровне, когда она позволяет человеку выглядеть так, как он себя чувствует внутри. Если у человека есть время, средства и возможности это сделать, да и слава богу. Я много лет смотрела в зеркало и думала, ну, я же такая добрая внутри, я же знаю, особенно моменты бывают, что я вообще очень добрая. А смотрю в зеркало, а там маньяк с очень таким злым выражением лица. И так как я проходила уже эмоциональную зрелость и знаю, что у меня лидирующий гнев, эмоция, черта характера. Нет черты характера такой. Эмоция. Эмоция, да. Качество. Качество. И он у меня вот весь живет где-то в лбе, в мышцах. Ну, он в мышцах живет. И когда у меня медик мне сказал, что если я уколю ботокс, тогда у меня мышцы расслабятся. До ботокса я еще пока не дошла. Но я начала клеить тейпы. И у меня открылся взгляд, расслабились мышцы. И у меня взгляд сейчас, я смотрю на себя, и взгляд, он добрый. Вот такой, как я внутри, я вижу. Смотри, это же говорит о том, что холистическая медицина права. Когда мы говорим о том, что у нас есть три центра, физический, эмоциональный, интеллектуальный, и все эти три центра поддерживают либо нарушение, либо исцеление. Где-то у тебя раньше сначала была эмоция, присоединилось тело. Глазки в кучку, да, лобик в кучку. И теперь, когда ты пошла с другой стороны, намерение было. Твое правильное намерение. Ты это делала не для того, чтобы стать красивой. Ты это делала для того, чтобы убрать зажатости тела. Это болезненно, и ты это делаешь для того, чтобы убрать боль, убрать зажатость, убрать вот это выражение лица, которое тебя ужаснуло. И ты видишь, что ты работаешь с телом,
и намерением одновременно. И поэтому приходит совершенно другой эффект. Не только физический, не только мышечный, но и эмоциональный. Более добрый взгляд, да? Более любящее отношение к людям, к себе. Так ведь? Так ведь постепенно происходит. Да, но это я не только просто клеила тейпы. Конечно. Я работала с чертами характера, конечно, которые провоцируют. Конечно. Естественно, провоцируют этот гнев. Естественно, это комплексный самое важное, подход. Это комплекс. Именно об этом и говорит холистическая медицина, что ты делаешь что-то физически, но этого недостаточно. Нужно обязательно смотреть на природу, на причину того, что приносит тебе дискомфорт в теле. Тело никогда не первично, оно вторично. Оно откликается на нарушенные эмоции, оно откликается на негативные эмоции, на негативные черты характера. А начались вообще клеения? Помнишь, в прошлом году у нас было здесь же в усадьбе совместные работы. Mm. И ты рассказала историю, я сейчас хотела была поделиться, но не смогу вспомнить. Mm-hmm. И тогда я наклеила бумажечки. Ты сказала, возьмите бумажечки. Я рассказала про свою историю, как мне когда-то давным-давно косметолог посоветовала клеить мокрую газету, которая высыхала. И таким образом мы осознаем это наблюдение за своим телом, как формируются морщины. Да, когда мы... такая маленькая, для тех, кто любит косметологию, и для девочек, да, кто любит красоту, маленькое упражнение для осознанности и самонаблюдения. Наклеить что-то, что будет, когда высыхает, например, газетка, высыхает и приносит дискомфорт. И вот этим дискомфортом, когда ты хмуришься, ты наблюдаешь, ты осознаешь и замечаешь, что в этот момент ты хмуришься. И тогда ты можешь себе помогать, разглаживать осознанно, расслаблять мышцы, учиться этому. Да? Сегодняшние средства этому помогают лучше. Вот с этого все началось. Тогда я уже прошла эмоциональную зрелость, потом я приехала в усадьбу, ты мне порекомендовала наклеить эту бумажечку, мы вместе провели совместную работу, и с этой бумажечкой даже никогда она высыхает, а твое внимание всегда на ней. Всегда на ней. Так как наши совместные работы... Фокус не на работах, работы само собой, но фокус на внутренней работе в первую очередь. Да. И, соответственно, я после этого долгое время это делала, а потом уже нашла современный метод этому. И поэтому это действительно очень комплексно. И, соответственно, без внутренней работы с чертами характера гнев не будет уходить. А если гнев не будет уходить, соответственно, все будет возвращаться. Так и есть. Так и есть. Чтобы поэтому мы туда себе не закололи. Это комплексная работа, да. И делает, в принципе, красоту и внутри, и как результат внешний, или как это сказать. Да. Когда мы зажигаем свет внутри, все наше существо начинает светиться красивым светом, подсвечивается. Да? И мы видим, что когда негативная реакция, негативные эмоции у человека... выключают свет внутри, и он становится некрасивым. Какой бы идеальной внешностью он ни был, но каким бы несовершенным он был с зажженным внутренним светом, он невероятно красив. Потому что мы видим свет, а не идеальные черты лица. Даже если видишь очень красивую девушку, меня, например, лет так 5 назад, очень красиво одета, где-то в красивой компании, на вечеринке. И я достаточно такая яркая, улыбающаяся, но мне можно было подойти, сделать так, оп, и я уже могла рыдать. Что, почему, про что? И ты улыбаешься, а у тебя в глазах... подходит и спрашивает, что случилось? А ты прям, ну, в смысле, что случилось? Я тут вся красивая, я улыбаюсь. Ничего не случилось. А люди смотрят внешне, но все равно видят или ощущают. То, что внутри, или ощущают, или чувствуют. Других людей не обмануть. Как бы мы ни хотели приукрасить свою оболочку, других людей не обмануть. Они все равно чувствуют, что на самом деле происходит.
Никогда.